В Белгородской области до 23 августа продлен особый противопожарный режим. Такое решение власти региона приняли в связи с сухой и жаркой погодой. На период особого режима действует ряд правил. Ограничено пребывание в лесах и въезд в них на транспортных средствах, проведение в зеленых массивах культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов. Нарушение правил влечет за собой штраф 40-50 тысяч рублей для физических лиц, 60-90 для должностных и от 600 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических организаций. За уничтожение или повреждение лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность по статье 261 УК РФ. Информацию о фактах обнаружения лесных пожаров, нарушений природоохранного законодательства можно передавать в региональную диспетчерскую службу Минприроды области 84722-3366-97 или по единому федеральному номеру лесного хозяйства 8 800 194 00.